Привет! Это влог! Это влог! Блядь, ты бы отошел, ебать, ребенок. Жертву пьяного кушера. Вот, хуярь его, хуярь, блядь. Ты получи. Боишься? Не получи, но. Ай, блядь, больно! Ну так его, чтоб знал. Как девок чужих воровал. Нового влога тут я загрузил. Долго не снимал, сейчас уже пришло время снимать. Как вы и просили. Ёб твою мать, необъятный. Я голый. Лица нет, а ты голый сейчас, извините. Нет, это уже 10 влогов я им ебал. Серега не показывается в моих влогах. Ну везде я сам. Потому что у него лица нет. Я на том влоге даже дизлайк поставил. Почему? Мое лицо было видно. Интересный момент. Я прикрыл пилотку. Пилотку. А ты игрок, Бостон. Че, пойдешь? Куда? А ты говорил, звал в магазин. А что тут делал? Ничего. Где? Почему? Ну что ты не говоришь? Бля, я на китайца похож стал. Есть такое? Ну в Камала превращаешься. Это все из-за подсобки. Ты еще видел бы, с каким ты ебалом выходишь, блядь. Молодой человек, блядь, МЧ, понял? Чем? Все, как будто заходил с таким. С такими бабушками. А они на меня? Да я же звездой. Я же... Накинулись, блядь, две пизды, нахуй. На одну дырку, ебать. На одну обезьяну. Ой, я мочку снял. Много мыслей, но на самом деле я понял, самая важная мысль на данный момент, и что мне нужно сделать, это, конечно, прокачать свой уровень жизни, не думать там о рекламе и прочее. Надо просто прокачать уровень жизни, а для этого, блядь, нужно нормально заняться акциями, серьезно. Короче, 105 тысяч, блядь, будет у меня нормальная жизнь. Потому что у меня будет доход уже пассивный. Нормально, 1025. Нос чешется, блядь, как у пиздобола. Вот так вот. Короче, начнется нормальная движуха. Я должен как-то... более, сука, не быть транжирой. Но я и так, на самом деле, нихуя не трачу. Ну, со шмотками повременить. Все равно не ношу кроссы. Вот у меня есть себе весь кросс. Как-то так. Сделать дело. Войти в Теслу, чтобы она у меня была одна хотя бы. Ну, уже от этого отталкиваться, короче. Потому что уже пойдет заработок. А это самое важное. Там... Постепенно, как бы, впереди будет вообще нормально. Ну что, придем к цели. Вы узнаете, наверное, первым, когда я это сделаю. На втором канале есть еще у меня сделки. Можете вниз, ну там, либо в шапке канала моего этого, есть второй канал запасной. Подписывайтесь, кому интересно. Ну там особо не на что смотреть, в принципе. А так по идеям, по творчеству, ну хрен знает, я снимаю вот ТикТок, стараюсь раз в день, ну и влоги в основном. Также стримлю потихонечку, двигаюсь, как-то так. Спасибо, кто смотрит, и смотрите до конца видео. Ты бы... Ну чё, купил я поесть, в дождь пришлось ехать. 24 рубля, пожалуйста. Очень вкусная лепешечка. Совет да любовь. Еще кофе купил, давно уже не пил кофе. Пиздец. Сегодня была сделка Apple. Зря вышел. Ну похуй, вышел с плюсом. 20 баксов сделал. Перезашел, купил дороже. Сейчас жду. Ждать буду походу долго. Там сплит обещают. Может все подскочить хорошенько. Новая тема, короче. По стандарту делаем масочку. Вот так вот.
Давно я уже не записывал вам влог. Тем более по длине хочу что-то записать. Пока новых вопросов нет. Торгую потихонечку акциями. Ебакциями. Как пиздачёска. Вот мои поклонники сзади. А так все заебись. Дела хорошо. Если спрашиваете, как дела, то дела заебись просто. Все лучше и лучше. Более свеженький. Более свеженький стол. 17 лет. Ума нет. Пацаны выбирают себе подруг на выращивание. Но они привыкли, блядь, жить в ебенях. Короче, такие. Где мазь, нахуй? Пизде. Вон там мазь, блядь. Ты какой масти, фраер? Нахуй ты на него говоришь, у него куйран-баран. Да, не говори ему ничего плохого. Апачи наебало. Чтобы было свежее, ебало. Немножко патчи. Как-то так. Ну пиздец, блядь. Вот такая красота, вот такая вечеринка. Пацаны не хотят идти в клуб. Я говорю, пошли, блядь. Пошли, еборовые. Не идут. Подрачу дома, успокоюсь, нормальная тема, советую. Я сыграю в дотку, ёпта. Ты мерзкий, понял, Витя? Или ты, Кэно? Слушай, выгляжу охуенно. И сколько держать, пацанчики? Пацаны, сколько держать? Молчат. Что, на ските ехать? Скит пиздец, я сегодня под дождем хуярил, ехал. Под дождем, блядь. Под дождем, кстати, охуенно гонять на лонгборде. На пенни, сори. Пиздануло прометчиво. Ладно, следующая сцена будет в другой локации. Ну чё, купил я поесть, в дождь пришлось ехать. 24 рубля, пожалуйста. Очень вкусная лепешечка. Совет да любовь. Еще кофе купил, давно уже не пил кофе. Смотрим, что я купил. Что я купил сегодня. Булочка раз. Кефирчик 44. Короче, шел я, стоял я в магазине, говорят, а вы кольца не продаете? Я думал, сперва подъебывают. А они говорят, да не, в натуре, на серьезке. Я такой, опа. Говорю, дизайнер просто. И вот это вкуснейшее. Dotin Dons. Раз. И еще две булочки. Вот такой товарчик сегодня. Дал пацану прокатиться за бабки. Ребят, походу опять ввели маски. Типа нельзя в магазине без маски ходить. Закрывают там пятерочки. Еще на улице можно. Вот сейчас такая новость. Не знаю, но скорее всего будет и и в транспорте, но это не точно, опять же. Чтоб не спиздеть. Не буду пока информировать. Вчера вообще пересмотрел то, что я делал с акциями, короче, блядь. Просто я уже год, да, в этом деве. И в итоге проебал много. Ну, как бы и поднимал много, и проебал много в итоге. Сейчас фишка такая, что буду покупать только Apple, но если в долгосрок. Просто закупаться и надолго оставлять. Это более выгодно. Потому что я помню первую сделку, это в 2019 году, в декабре, короче. Я купил Apple по 290, сейчас он стоит 427 за одну. Баксов. Сейчас скоро сплит, 24 августа, буду готовиться к сплиту.
нужен закуп. Поэтому сейчас ни на шмотки, ни на что тратить не буду, потому что нужно сделать будущее. Я такой представил, прикиньте, 100% годовых, блядь, просто вкидываешь в Apple, плюс еще дивы, дивиденды дают раз в год. Ты кидаешь, допустим, миллион, у меня нету денег, блядь, миллиона. Кидаешь миллион, через год у тебя уже два. Два с хреном. Миллиона, представляете? Просто на изи. Он Вилсаком купил Apple по 160 на миллион. Сейчас у него 4 миллиона. Понимаете? Потому что он стоит 427. Ну и все, кто были уже в деле, они, то есть, не потеряют активы, они просто раздробят, получается, раздробят акцию, и у тебя будет вместо 1,4, но сумма та же. Так что я думаю даже не выходить на сплите, до сплита, просто оставлю там на долгий срок. Просто на просадках еще буду докупать. И нормально. Вот такая новость. Вчера даже уснуть из-за этого не мог. Здорово купил сигарет, блядь. Да, это дрянная привычка, отстойная. А так настроение норм, все норм. Движение есть. Так что, короче, приходится таскаться в маске. Ну, я, естественно, снимаешь такой, типа. В салоне в маске, блядь. Выходишь, снимаешь. В магазинах тоже в маске. Все люди, блядь, без маски вон хуярят. Ну, вот свет. Короче, бытовые приборы не пустили. Типа нет перчаток. Прикиньте. Пиздец. Такая новость. Маска есть, перчаток нет, все, не можем обслужить вас, извините. И 3 пятерочки закрылись за эту хуйню. Штрафы там, блядь, типа. Короче, крепят. Что-то последнее время либо жру я все подряд, блядь. Пиздец, просыпаюсь, глаза как у китайца, нахуй. Не знаю, с чем это связано, осуждаю. Ну, прям вообще узенькие глазки. Может, отекают. Не бухал, ничего такого, короче. Просыпаешься, блядь, а глаза как бы еле открыты. Даже сегодня мясо не брал. Хочу полегче, разгрузить чуть организм. Дело такое опасное. Сори, ребят, особо не радую вас влогами. Сегодня, кстати, посмотрел влоги Федука, бля, прикольно. Так, продакшн у них на уровне здесь. Фух. Через пару дней включить чат-рулетку. Буду, наверное, заседать чат-рулетки опять. Ну и музыка, конечно, музыка. Самая важная музыка. Буду делать музыку там. Петь караоке свою. Короче, углубляюсь в эту историю. Кто может подсказать программу, чтобы типа в ОБС-ке, короче, с компа звук шел? У меня Mac. Там надо что-то скачивать. Чтобы это все хорошо работало. Кто может посоветовать прогу, напишите в комментах ниже. А то, что, настроение на картах нормально. Хапчик есть, планы есть. За хату заплатил. Сейчас, думаю, отрастет вот эта вся канитель, покрашу.
Увидите, короче. Будет прикольно. Сегодня спросили в магазине. Я вам, наверное, рассказывал там до этого. Я говорю, я дизайнер. Прокольцы, короче. А так философия проста. Копить бабки, заниматься музыкой. Копить бабки. Почему-то отписались из Инстаграм. Подписывайтесь, кому не впадло. Инстаграм Влад Широк АПС. Контакта у меня нет. Надо будет завести контакт. Создать страницу, группу. Как это? ТикТоке 1800 человек сейчас. ТикТок тоже Влад Широк АПС. Все ниже указано, если что. Везде можете меня найти. Подписаться, полайкать там все дела. Мне будет приятно. Как раскручусь с акциями? Займусь более активной рекламой, имиджем. Возьму себе две пары Джордана. Пару футболок Nike. Только Nike, пацаны. Вот так вот.